Рады приветствовать вас на нашем канале, дорогие зрители. Сегодня мы сообщим вам отличную новость. 23 мая видеопортал «Премьер» начинает показ нового сериала «Фарма». Антон Павлов только отметил свое совершеннолетие, новый этап жизни. Казалось бы, все впереди, но не для Антона. Он страдает редким генетическим заболеванием – миодистрофией. Это прогрессирующее ослабление мышц, быстро приводящее к летальному исходу. Антону жизненно необходимо редкое и очень дорогое лекарство, в выдаче которого ему отказывает местная чиновница. Проблема требует неотложного решения. И тогда старший брат Антона, хулиган Миха, находит дерзкий выход из ситуации. Он вместе с друзьями находит в Даркнете рецепт недоступного лекарства и начинает варить его подпольной лаборатории. Премьера сериала стартует с 23 мая на портале «Премьер». Если вам понравился мой обзор, ставьте лайк под видео. Приятного просмотра!